Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Новички должны знать, что фитофтора – это опасное грибковое заболевание, которое не щадит растений и способно лишить вас значительной части урожая. Грибки особенно активны во влажную погоду и чаще всего поражают томаты, картофель, перцы и баклажаны. Для того, чтобы остановить уже начавшееся распространение болезни, опрыскайте посадки раствором соли. Для этого нужно растворить 500 граммов в 10 литрах теплой воды. Растения сбросят листья, а плоды покроются защитной солевой пленкой. Этот способ можно применять и для борьбы с другими грибковыми заболеваниями. Кстати, для того, чтобы защитить посадки лука от ложной мучнистой росы и ржавчины, замочите сивок в растворе соли. Раствор готовится из 200 граммов соли и 10 литров воды. Всего несколько часов будет достаточно для того, чтобы укрепить иммунитет растений, а также ускорить прорастание лука. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!